и тема. Называется «К свободе призваны вы». Свободата, Сегодня мы с радостью я увидел, когда входил сестру Дебору. И с радостью я видела, что сестра двора днес тут. Мы долго ждали ее с Израиля. Много времени я чакал, мы вот Израил. И вот наконец они приехали вместе с дочкой. И на накрая стук заедно с дочерята си. И она сказала мне, что она все наши пропа, все проповеди слушала по двенадцати шаговой программе. Че слушала все чьи-то не проповеди. Я хочу ей в следующее воскресенье дать слово. И следующая седмица я скажу, дам слово. мне интересно будет услышать ее мнение. Интересно, мы до ее Давайте мы вместе откроем книгу Галатам, пятая глава. Зайдем да отворим книга Галатяни, пятая глава, где апостол Павел пишет, вот как раз на эту тему. Точно, на та же тему. С первого стиха. Первый стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я Павел говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы Духом ожидаем, надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас, малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, чтобы Он не был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я теперь пропоюду обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не, по, не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг к другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. И если же друг друга угрызаете, съедаете, бегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. И еще прочту с 22 стиха. И вот 22 стих. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христово распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Скажи аминь. Скажи ты И вот здесь вот 13 стих. 13 стих. Написано к свободе призваны вы, братья. Пиши, братья, на свобода призывания. И это тема сегодняшней проповеди. И твоя тема, надежна, сегодняшней проповеди и мотивот на проповед, Будет четверостище, которое я написал в 93-м году. 1991 -а година. Я его как-то уже зачитывал в церкви. В церквата. Когда учил, и сам вдруг научился. Когато учих, когато учил, научих. Когда освобождал, бежал от меня бес. Когда освобождал, бес бежал от меня служениях исцеления исцелился. В служении это на исцеление со исцелих. В служениях воскрешения воскрес. В служении это на воскресяванный воскресных. Я не помню, напом, напомню тему прошлой проповеди коротко. Что я напомню тему то на мина это проповедь. И там почему две наши программа она не работает без Христа. И там говорим мы за то, за что 12 12 стыпки, тази программа не работает без Христос. Я там приводил место из Евангелия от Матфея, 12 глава. Давах место от Евангелия от Матфея, 12 глава. 43 стиха. От 43 стих. О том, что бес, когда выходит, он ходит по местам безводным. Че, когда бес излиза, то и ходит по безводните места. И потом вспоминает, как хорошо им было, да, в той душе. И после сосрежьте, как, как и было добре в тази душа. И помните, да, и возвращается к той душе. То есть, в рыштаком унаизи душа. И видит, что та душа не занята. И вижда, что та душа не за это. И там выметено и вычищено все. И чисто. И так как душа не занята, и ты, как та душа, то не за это. Он берет семь духов злейших с себя. То и взимает с этим духа, кой-то сопузли от него. И входит в того человека. И влизывает в то из человек. И последнее бывает хуже первого. И последнее эпош от первой. Вот о чем это, да? За какое это? Я думаю, вы понимаете. Мысли че разбирать. О том, что вот кто может освободить от дьявола? Кой может освободил дьявол? Кто победил дьявол? Кой победил дьявол? Кто победил грех? Кой победил греха? Кто действительно даровал нам свободу? Кой на истина не дал свободу то? Только одна личность. Сам одна личность. Это не Будда. Твое не Будда. Это не Мухаммед. Твое не Мухаммед. Это не Конфуций. Твое не Конфуций. Аминь или не аминь? Это Аминь. только Иисус Христос. Аминь. Только Саму Иисус Христос. Только Он. Саму Той. И потому это работает. И зато твоя работе Написано, кто то в нас больше того, кто в этом мире. Той, кто и в нас, то и по гулям у Той свят. Но кто в нас? Но кое вытер в нас. Вот если Христос тебе? А ку Христосе во в тебе. Вот только тогда ты можешь быть свободен. Саму тугаво можешь доси свободен. От греха. От греха. От самого понятия греха. Само ту понятие на грех. Что есть грех? Какой греха? Писание говорит, апостол Павел. Апостол, указывает. А, указыва, все, Павел, что Павел, не по Не повярата, все, что не поверит, грех. Не повярата, и греха. И как я уже говорил о том грех в переводе с греческого языка. Греха, превод от грецки, мимо цели. Това е целта, не попасть в цель. Да не попаднешь в целта. Когда мы грешим, когда грешим, осознанно или неосознанно, или мой дух Моя дух. Он не может в этом состоянии соединяться с духом божьим В твоем состоянии не может досюда соединиться с Божией душой. Он больше не может попасть в цель. Той не может повече допасться в цель. Любой грех. Всякого грех Он порабощает Той, ты прави зависим и не свободен. И делает меня недосягаемым для Бога. И такая Бог не может до достигнуть. во грехе я потерян. В греха си изгубен. Изолирован для Бога. Изолирован от Бога. Но слава Богу. Но слава на Бога. Бог искупил нас от рабства греха. Бог не искупил на греха. И мы сегодня продолжаем. мы. Я хочу сегодня прочесть вот эти девять шагов, которые мы прошли, И только прочесть. Искам да стыбки, които И там будет дальше также перевод на болгарский язык. Мы тоже можем прочитать. Первый шаг мы помним, да, что мы призна... признаем свое полное бессилие перед ст... любой зависимостью. Признали, что потеряли полностью контроль над самим собой. Да. А? Э, нет, нет, на болгарском мы будем просто вот так показывать, чтобы наши зрители читали. На болгарском, Тимон, на проектором. Второй шаг. Вторая-то Мы пришли к такому убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Третий шаг. Приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу так, как мы его понимаем. Четвертый. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Помните, да, что это все на основании Библии. Берем, читаем Нагорную проповедь, сравниваем себя с Нагорной проповедь, соответствуем ли мы что мы можем сделать, сами мы ничего не можем, мы можем только Сравниваем мы свой живот с планинской проповедью, как бы можем, да направим. Пятый шаг. Признали пред Богом собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Шестой шаг. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. Бог соделал нас совершенными. Бог во Христе не, Иисусе. Бог не направил совершение во Иисус Христос. Аллилуйя. Седьмой шаг. Смиренно просили Его исправить наши изъяны. И опять же, только Бог. Сам Бог. Восьмой. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло и преисполнили желанием загладить свою вину перед ними. Сперва составляем список, исполняемся желанием. И потом уже девятый шаг. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Причинить смерть или какие-то увечья. То, что я восполнить не смогу. Но Бог может. И сегодня мы продолжаем десятый шаг. Несколько продолжаем. Продолжали самоанализ. И когда допускали ошибки сразу признавали это и вот если 7 8 9 шаги учат нас сокрушению не учат сокрушение то есть это моя прошлая проповедь это проповедь. о том чтобы признать свою вину Да, признаем вина чтобы пойти извиниться перед человеком. нужно пройти через сокрушение то десятый шаг это уже не просто какие-то ну, знаете решения это сам путь смирения решение твое на смирение это принцип смирения принцип на смирение всегда помнить о том что не я главный Виноги до да помните, неси те главы. Не я господин своей жизни. Че не неси господин на свою живот. Вот это очень опасный капкан. Твоя опасная опасненькая пан. Когда человек говорит, я господин своей жизни. Когда человек отказывается быть господином на свою жизнь. Я царь своей жизни. А сам царьят на свою. Я решаю. Ас решавом. В этот момент он уже пойман. В то момент вещи путива. Потому что вот. А, потому что в этом духовном мире За -то то есть свят. человек абсолютно беспомощен человек и и он ничего не может даже против самого слабого беса против наислабее бес ни что не может направить и я видел очень да. сильных людей и я видел много сил хора которые были сильными кое сильного мира сего со сил и они попали в эту ловушку. И те са попаднали в този капан. И они были просто разорваны, уничтожены. И те са били уничтожени. Стали наркоманами. Те са станали наркомани. Бомжами. Кушари. Просто падшими людьми. Просто хора, паднали хорович. Очень важно вовремя признать. Ногу важно на время да си признаем. Что владыка моей жизни. Че Господина на мой живот. Является только Господь Бог. Твоя само Господь Бог. Только Он.

тогава напрасно строят Мы можем всю жизнь что-то строить. Можем целия живот да строим И просто если у нас нет Божьей защиты, и просто, ако нямаме Божията защита, приходит сатана и просто вот так шалбаном. два сатана и всичко разрушава. И все наши накопленные средства, они вот так могут улететь в 5 секунд. И всичките спестени средства може да заминат за 5 секунд. И все построено, настроено, накопленное. Е спестено, но просто может улететь как ветер может да като надежно все только то что накоплено в Боге и а, сигурно это то, что мы собрали во Бог основная мысль не играть богов и основная мысль да не играем буквы богов с маленькой буквы с, с маленькой буква я как-то много раз рассказывал что я был богом я пути рассказывал, что бог. Я был сенпаем, сенсеем. Тренером Тренер, по карате. По карате. По, по, <соединяем> по бою. И по на И люди мне кланялись. И -то ну, когда пришел сатана в мою жизнь. Но пришел грех. и я ничего не смог сделать. А с не успел и моя жизнь она была на волоске и мой живот убил на кофе. Слава Богу, что я призвал имя Господне. Слава на Бога, что призвал Божье имя. И как написано, что всякий призвал что имя Господне спасен будет. Кое ты призвал Божье имя, то есть спаси. Я вовремя сдался. На время себе предал дух. Капитулировал пред Богом. Капитулировал пред Богом. Признал его могущество. Признал, что то ему И он пришел в мою жизнь. И то и в мою жизнь. Знаете, поделюсь своей мыслью. Что исподуляю свою мысль. Вот мне äh, мне это понравилось. Что происходит с теми людьми, которые играют в богов? С тези хора, в богов? Я даже это записал сегодня ночью. Призна, что го записах? Потому что это Тва... тези мысли трудно передаваемая мысль. Могут... Мне было Дажа. трудно ее осознать даже. Бейшими трудно да я Люди, играющие в богов. в богов. С маленькой буквы. буква. Когда, например, становятся очень богатыми когда например, ставят много богатей, или приобретают какую-либо власть, или предубивают некого власт. Они, как правило, почитают, начинают себя вести точно так. Те, кто правило започвают, доседержит да точно такая. Как Бог бы себя никогда не пожелал вести. -бог <laughs> никуда, как ту Бог, понимаете, никакого, как Бог, никакого небесного доседержим. Да вот почему-то люди себя так начинают вести. Они становятся кичливыми, да? гордыми, по надменными. По некоторой причине человек започкает так, что да держит и становится гордень, надменней. Вот, я вот такой человек. Это, а сам такой человек. И начинает унижать других людей. И започкает до унижать других людей. Начинает втаптывать все грязь. И да ги сравниваться с кого И все может дойти даже до того, что боясь потерять власть, они начинают других людей просто уничтожать. И так можно дойти, что ты заради того, что ты страхова, да изгубит власть, започва да уничтожава другите хора. Как вы думаете, Бог бы стал бы вот так поступать? <свят> как мыслите, Бог бы ли так? Мы нигде в Писании такого не находим. В Писании то никогда не гонави Это противно Богу. Твоя противно за Бог. Это противно Его природе. Твоя противно на Него это природа. Потому что Бог есть любовь. За что-то Бог и любовь там. Власть портит человека. Власть Править человека ложь. Я периодически повторяю эту мысль. Периодично повторяем тази мысль. Абсолютная власть. Абсолютно твоя власть. Порти человека абсолютно. Абсолютно править человека ложь. Вот безвыходная ситуация. Человек получает абсолютную власть. Человек получает абсолютную власть. И это абсолютно делает его невероятно испорченным. И твагу правин на полную развален. Давайте мы откроем. Посл... а, нет, Евангелие от Иоанна. Что утворим Евангелие от Иоанн. Первая глава. Первая глава. 12-13 стихи. А нам какая власть дана? 12-13 стих. И написано, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чедами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот какая нам власть дана? Какова власть власть быть чадами Божьими. Власть, да будем Кто такой чадо Божье? Какой, какой чаду? Это маленький ребенок. Малка, ты, ты. Ну, это бэби. Твоя... Младенец. Твоя младенец. Знаете, вот я младенец. Насколько бы человек не был даже зрелым в Господе. И человек да в Бог. В каком бы солидном возрасте он не находился. И в как... Какова возраст до сына мира? Вот это Евангелие написал апостол Иоанн, да? И твое Евангелие написал апостол Иоанн. Который дожил до очень долгих годин. Который доживал до много гудини? Примерно до 96, да, почти сто лет прожил. До 96 годин, почти 100 годин я И вот я хочу сказать, что это за власть такая, быть чадом Божьим? Какая это за власть, да будете детей на Бога? Верующий человек, ос осознавший свою такую, знаете, беспомощность. Он со всеми своими вопросами обращается к своему родителю. Написано: вот я от Бога родился. Родил от Бога. Вот я завишу от него. зависим от него. И чуть что я сразу к нему. И с -с -с нечто, при к отцу. К, к духу святому

За то, что долготерпение Божие. За Написано, почитайте за спасение. Он воистину нас долготерпит. Той не И вот она власть. И эту, власть. В, власть чада Божьего. Власть на -то дете, Это непрестанное осознавание. <как> что без Бога я не могу делать ничего. Че без Бога не ничто. Знаете, кто-то из христианских мыслителей сказал так. -то такая казалось, вот когда мы только приходим к Богу, мы все-таки еще пока великие, большие, все большие, а Бог, Он такой маленький, а Бог и такая Он где-то еще вдалеке, Он, он немощный. То немощный. А что Он может вообще, этот Бог? Периодически привожу славу Высоцкого о Володе, да? Владе, который пел так. Да только жаль распятого Христа. Жал Христос. Христос достойный только жалости. Христос достоин Кто-то там умер. там Но вы знаете, чем больше человек познает Бога, человек Бог, тем больше Бог в его глазах становится великим толкова повелик Бог става в него очи. А христианин становится просто все более и более и более и более немощным. Христианин става все по-немощен. В конечном итоге начинает осознавать о том, что ничего не могу. И в край на край ще започва да осознава, что нищо не мога. Ничего не знаю. Нищо не знаю. Кроме моего Господа Иисуса Христа. Свен моя Господ Иисус Христос. Только с Ним. Само с Него. Только в Нем. Само в Него. Даже шагу не хочу сделать. Дори да Даже подумать о чем-либо без Христа не хочу. И не искам да мисля за ни что без Потому что ничего хорошего из этого что не может Скажи аминь. Скажите аминь. Давайте мы прочтем одиннадцатый шаг. Что И он звучит... Э, мы признали... Ой, одиннадцатый шаг, да. Стремились путем молитвы и размышления. Я немножко, знаете, так добавлю от себя. Малку, добавил от себя. Размышления над Словом Божьим размышляванный Божию Ту Слову, общением со святыми в церкви, со церкви, углубить свои взаимоотношения с Богом, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. Слава Богу. Слава на Бог. Очень мощный шаг. Много мощная стыпка. И э, что написано в книге Деяний? Как вы пишете в книге ⁇ Тадеяние ⁇ Давайте я открою. Всегда что утворим. Замечаете, как 12-шаговая программа... Заподелязывает ли как та же программа со 12 стыпки? Постепенно углубляет нас. Постепенно не задолбучава. И любого человека. И всякого человека. В познание Бога. В познание Бога. Углубляет в познание Его воли в необходимости получать от Него силу. И вот здесь написано в книге Деяния, первая глава, Деяния, первая глава с 4 по 8 стихи. От 4 до 8 стих. Вот он, Иисус Христос. Иисус Христос. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены, то есть буквально погружены Духом Святым. Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил своей властью, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Аминь. Слава нашему Богу. Иисус Христос обещает нам силу. Иисус Христос не обещал вас силу. Может быть, это было актуально только 2000 лет тому назад. Может быть, Конечно же, нет. Иисус не пришел только для тех людей, которые жили 2000 лет тому назад. Он пришел для, всех людей. Для всего человечества. Всех времен и всех народов. времена и Чтобы каждый. За сердцем уверовал в Иисуса Христа, Христа и получил свободу и да получи от всякого греха написано. Всякого грех. И получил победу над дьяволом. И да получи над дьяволом. Именно для этого приходил Иисус Христос. И, точно за и, душил Иисус Христос. и я прочту последний двенадцатый шаг. Что прочно, что прочно духовного пробуждения, которому привели эти шаги, мы старались донести смысл этих истин до других зависимых и применять эти принципы во всех наших делах. Послание Якова, 5 глава, с 19 стиха. Послание к 5 глава, 19 стих. Вот что, что, что такое 12 шаг? Какова это 12 ступка? знаете, статистика, международная статистика говорит, международная статистика казва, что программа 12 шагов программа на ступки, не работает без последнего 12 шага. ступка. Последний шаг самый мощный. И Последний, най, и най мощный. последний шаг самый сильный. Последний най, сильный. И он в, в простоте говорит о том, казва, что после того, когда ты стал свободным, След това, като си и получил это освобождение. Си получил това освобождаване. Не успокаивайся на этом. Не се успокоявай. А иди. А утивай. И освобождай других. И освобождавай другите. И вы знаете, статистика говорит. Статистика доказывает. Вот э, я работал, мы с Натальей работали с наркозависимыми. С Натальей работали мы с наркозависимыми. Героинчиками. Э, Кто-то с разбили от героина. Вы знаете, героин это это страшный кайф. Героин твой страшен кайф. Редко кто с него соскальзывает. Редко Сейчас наркотики стали еще более изощренные, еще более страшные. еще более Кстати, я, закончил работать с этим мальчиком, которого подсадили на амфетаминовую зависимость. зависимость. Я сказал ему в конце, когда мужик Последний раз с ним встречались? И в краем указу, когда с ним. Говорю, ты принимаешь? Ты приемаешь ли? Он говорит, нет, я уже давно не принимаю. И ты указывал, давно не приемом. Я говорю, а хочешь больше и не принимать? А искаш ли получать, да не взимаешь? Говорит, да хочу. И ты оказываешь, да иском. Я сказал ему. Асмуказах. Тогда тебе надо практиковать последний 12 шаг. Только вот требуется практиковать последний это наестся Тебе надо научиться служить другим зависимым. Требуется научишься служишь на других зависимых. Вот пойди вот к тем ребятам. Вот иди при унезем учитам. Которые подсадили тебя на вот эти кристаллы. Кое-то сотидали те энергетики. И расскажи им о Христе. И расскажи им за Христос. Который освободил тебя. Кое-то те освободил. Войди к тем пацанам, с которыми ты вместе принимал эти наркотики. И вот при уезде мучаетаску И расскажи им о Христе. И расскажи им за Христос. Или что ты будешь делать, когда придут к тебе опять ребята? Или как что ты правишь когату пак уезди уезди мучаетаску это придет? И предложи тебе вот. И что тебе предложат? У нас есть. Это у мамы ошти. Ну первый раз сможем тебя угостить бесплатно. Может, будем черпимся, га, бесплатно? Что ты им скажешь? Каково, что им скажешь? И он знал ответ. Той знающий отговор. Я, говорю, я расскажу им о Христе. Что им расскажешь за Христос? Я расскажу им о 12 шагах. Что им расскажешь за 12 стыб. Как я получил освобождение. Как получил освобождение. И предложу им эту свободу. И что им предложу эту свободу? Слава Богу. Слава на Бога. И мы помолились, и он ушел. если помолих мы, то и трыгна. И потом я попросил церковь, чтобы они также молились за этого и парня. В казах на церкви, то и те, да молят за твоего мучения. И вы знаете, откроем, посла... А уже открыли послание Якова, 5 глава. Послание Яков, 5 глава. 19-20 стихи. 19-20 стих. Апостол Яков. Апостол Яков. Руководитель церкви. Руководитель на церкви. Очень твердый апостол. Тверд апостол. Брат Иисус Христа. Брат на Иисус Христос. Пишет. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть то знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Смотрите, вот э, вот это место, оно говорит о том, насколько Богу важно, вот если в тебе есть вот это желание. Ако вътре в себе си имаш това желание. Вот это любовь Божия. Тази Божия это любовь. Подойти к брату или сестре. Да отидеш при брат или сестра. И ты видишь, что брат или сестра погибает. И ты видишь, что те умирают. Опять попал в какую-то зависимость. Пак има някаква От какого-либо греха. От някакъв грех. И ты неравнодушный. И не си равнодушен. Имея к нему любовь Иисус Христа. И имайки любовь то на Иисус Христос.

<соединя> ну, который я приживей, это Вы апостол Иоанн, конечно, лучше, лучше всех, я считаю так, лучше всех об, говорит о любви Божьей. Смятам, что апостол Иоанн наидобрее от всички разве за Божьей это любовь. В первой главе Евангелия от Иоанна. И это описано в первой главе в Евангелии от Иоанна. А, точно не помню, какой стих. Не помню, какой от стихов это. Ну, там написано это, вы можете найти. Там пишет. Говорит, и мы познали. И не познахмы. Какую любовь Бог Отец имеет к нам? Каква любовь Бог у Тебя цимаком нас? И мы уверовали в эту любовь. И не по в этой же любовь. Смотрите, как сильно, правда? Как сюну. Мы не просто так поверили. Не, не просто это такая поверь. Мы поверили, потому что мы познали. Не по верах мы за что-то смело познали. Как Бог любит нас? Как не научим как Бог не убича? И вот через э, 12 шаг. И через 12 стыпка. Нас Бог как бы отправляет. Бог не спрашивает. Но это также и великое поручение, да? Твое великое поручение. Которое написано, что? мы все помним, в Евангелии от Матфея, 28 главе. Кое-то пишет в Евангелии от Матфея, главе, написано, идите до края земли, правда? Утивайте всех. края Уча всех. Тому, чему я научил вас. На то, как научил. И крестя всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. И да крещавате всички во имя Туна Отец, Сына и Святия Духа. Вы знаете, о чем свидетельствует вся 12 шаговая программа? И за какого свидетельства вся вот эта программа на 12 ступки? Которая освободила уже сотни миллионов наркозависимых. Которая освободила стутицы миллионе наркозависимых. Алкозависимых. Алкозависимых. Я называю эту духовную программу 12 шагов. А с тем, чем духовная программа на 12 шагов. От любой зависимости. От всякого зависимости. Она универсальна. Я универсальна. И эта программа говорит о том, что... И та же программа оказывает за то,

Акую Иисус Христос биумрял и не воскрес? И не би воскрес, но программа 12 шагов она бы не работала. Программа-то на двенадцати ступень не би работила тугава. Ну так а Христос воскрес? Ну ты то Иисус Христос ли воскреснул? И выседает удиасную Бога на высоте и сиди удиасну от Бога на высочината в небесата. Он живой. Жив. И действующий. И Его слово работает. И слово работает. Его истина сегодня освобождает. И Неговите истины, истины освобождают. Слава нашему Богу. Слава на Бог. Я еще раз уже я уже заканчиваю Вече, и я вернусь. Свершвам. К тому чего я начал. И что это И это написано послание Галатам. Это послание к Галатяне. Первый стих. Первый стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Очень важно не просто получить свободу. Очень важно в свободе устоять. Написано, стойте в свободе. Пишет: стойте твердо в свободе. Аминь или не аминь? Я думаю, что уважали ли вы бы меня как пастора? Бихте мы уважали как пастор? Если бы узнали, что в моей жизни есть наркотики? Аку бихте научили, что в животе мне Или алкогольная зависимость? Или алкогольная зависимость? Или какая-либо другая зависимость? Или некого друга зависимость? Я хочу сказать, что мое свидетельство, оно сильное. Мой тут свидетельствует силу. Потому, потому что более 30 лет тому назад. что-то поведчил тридцать годин. Я был абсолютно зависимый от всего человека. А, Пример тридцать годин биаг за зависимым человеку сечку. То есть это все виды наркотиков. Сечки ты на наркотиции. Это алкоголь. Алкоголь. Это блюд. Твое блюд. Это сквернословие. А, Суваны. Это курение. Пушине. И много-много еще чего другого. И много других не что. И Бог освободил меня. И Бог меня освободи. Я думаю, что вот сегодня это работает. Мы когда работе. люди узнают. Когда научают. А он раньше был? Кем он был вообще? Той преди был таков. Вообще ноль без палочки, да? Нула без. Нула просто нула. Да? нула. Я уже заканчиваю, да? И я благодарю моего Бога, и благодаря мой Бог, что Бог научил меня наслаждаться и, Бог научил наслаждаться и ценить то, что я умею. И имею. Да вам ту, имам. Вот ту свободу. У свободу. Вот написано, что иные приходили У подглядеть

или в рабстве, греха. Или в рабстве на греха он как бы вне зоны доступа то есть, в зону -то на доступа он осквернен то есть, бог не может использовать этот оскверненный сосуд бог не может использовать этот ему еще нужен период для того чтобы очиститься если то, он даже принял решение то есть период для се учисти. осветить себя для бога да себе за бог это какое-то расстояние это какой-то путь очень хорошо себя хранить. Добре да, да так и написано, храните себя, дети. Себеси, пишет Аминь. Чтобы быть вот в близком до до, 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 достижении для Бога. Да вот Бог использует меня прямо сейчас. Бог вот, Бог тебя берет и использует. И Бог взимает и использует. Для исцеления, для освобождения, для, для воскрешения, для спасения, за воскресения. Вот с кем-то помолились. с вот Кто-то получил. Неакуй получил. Спасение. Вне. Спасение. Вечную жизнь. Вечен живот. Мощное исцеление. мощное исцеление. В нашем медицинском центре постоянно происходит исцеление. Или освобождение. Или освобождение. Кто-то учится молиться, да? да молим. А Ульяна молится уже так сильно. Вече си Предлагает. А мы будем молиться? Она совсем только недавно пришла к Богу. И И для нас это очень дорого. И за ми, за нас. У нас много такая радости. мощная команда, мы как одно единое целое. И я тоже этому благодарен. И за слава нашему Богу. И я, да, хочу закончить, чтобы предоставить еще возможность Олег Григорьевичу Пермюкову поделиться своим творчеством. И творчество то есть из нас.